И снова всем здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре тушенка первым делом. Тут написано тушенка кусковая с говядиной. Вообще бред, конечно, полный. Как это тушенка с говядиной? Тушенка из говядины, по идее, но не с говядиной. Ладно, тут срок у него годности 2 года. Сейчас 5 месяц, конец его, 19 год. В общем, нормально она. Сделал ее, кто-то ее, короче, сделал за 300, 325 грамм она весит, вот такой у нее штрих. Стоит она якобы 24 рубля. Со слов очевидцев, не все ее едят. Ну, под всеми я имею в виду кошек. Сейчас ее откроем и посмотрим, что внутри. Хотел еще составчик у нее показать, вот. И прикол, вот последний абзац, так сказать. Там где дата изготовления, тра-ля, массовая доля жира и мяса не менее 30%. Массовая доля компонентов растительного происхождения 32%. Вопрос, что остальное, сколько там? 38%, я так понимаю, это водичка. Ну ладно. Обычно как бы я почему сказал, что тушенка с говядиной, потому что обычно пишут тушенка из говядины. Это вообще разные вещи, но вы так... Подумайте внимательно. Хорошенько так подумайте. Ладно, сейчас мы ее будем скрывать. Вот баночка. Короче, снизу, сверху. Сейчас скроем, да посмотрим, что там. Ну, вот что у нас в баночке из-под этой тушенки. На вид, в принципе, как-то неплохо даже. Давайте мы ее в тарелку кинем и посмотрим, что там есть. Даже жира нету, что странно. Не трожь. Так, ну посмотрим, что тут есть. Ну, кусок мяса, ну или похожий на него. Это похожее на мясо, но это не мясо. Это, короче, я хрен знает, что это. Это какая-то растительная хрень, очень похожая на мясо, но это не мясо, вообще не мясо. Как будто резина, ну, блин, не знаю, как это описать. А, во, знаю, как описать. В дошираке есть же доширак из говядины. Из говядины, так вот, там есть ламинария, что ли, как там она зовется? Ну, такие шарики, блин, вот, один в один. Да, один в один. Они, знаете, прям такие, как губка такая, ну, твердая губка. Ладно, хрень жрать не буду. Короче, народ, все, разобрался я, что это. Ну, если состав внимательно почитать, вы поймете. В общем, это, как сказать, мясной фарш, вернее, не фарш, а пюре, вот, с большим количеством загустителя. То есть, вот эти кусочки, они, ну, как... Короче, это пюрешка мясная, ну, под мясным я имею в виду все, что содержит мясо, то бишь жилы, не жилы, все подряд, короче, это все перемолото мелко-мелко-мелко. Так сказать, получилось типа смузи. Дальше у нас всевозможные загустители пошли. И последующим вот эти кусочки, они были, ну, порезаны, измельчены как-нибудь там. И закатано это все дело в банку. Есть такой момент еще в ней, такой невкусный очень, это, как сказать, тут было написано растительные компоненты, так вот, растительные компоненты это масло какое-то, я уж не знаю, ну, в общем, тушенка это очень сильно маслом отдает растительным.